Новая потасовка случилась в парламенте Армении. Депутаты начали бросать друг в друга в бутылки, передает ДС со ссылкой на армянские СМИ. Все началось с того, что депутат гражданского договора Айк Саркисян, более известный в народе как Шишбрнох, бутылконосец, заявил, что все министры обороны, при которых за деньги или по звонку освобождались от армии, предатели Родины. После этого началась перепалка, скорее всего, с бывшим министром обороны Сейраном Оганяном. В Саркисяна полетела бутылка с водой, после чего депутаты оппозиции и гражданского договора начали бросаться ими друг с друга. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.